иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, по учению о почтении к родителям. Власть родителей над детьми имеет свое начало от самой природы. Такая честь им есть награда за болезни рождения. Поэтому премудрый говорит: как владыкам послужи родившим тебя. Между тем, что есть такое, чтобы сын мог воздать отцу своему? Значит, смысл такой: ты не можешь родить их, а они родили тебя. Итак, если мы в этом уступаем родителям, то возвысимся другим, уважением к ним, не только по закону природы, но преимущественно пред природою по страху Божью. Бог сильно желает, чтобы родители были почитаемы детьми, и делающих это награждает великими благами и дарами, а приступающих этот закон наказывает великими и тяжкими несчастьями. Кто злословит, сказано, отца или мать, смертью да умрет, а почитающим их — вот что Бог говорит: чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет и долголетен будешь на земле. Что считается величайшим благом? Счастливая старость и долгая жизнь. То Бог назначил в награду почитающим родителям. Окажется крайним несчастьем ранняя смерть, то Он назначил в наказание оскорбляющим родителей. Таким образом, одних Он привлекает к уважению родителей обещанием чести, а других против воли отводит от оскорбления страхом наказания. Ибо повелевается не просто так, чтобы оскорбивший отца умирал, или чтобы палачи, взяв его из судилища, выводили через площадь и за городом отсекали ему голову. Нет. Сам отец ведет его на середину города и признается достойным веры без всякого доказательства и весьма справедливо. Кто готов был употребить для сына и деньги, и жизнь, и все, что не есть, тот никогда не сделался бы обвинителем его, если бы оскорбление не было крайне велико. Так отец ведет его на середину города, потом созывает весь народ и произносит обвинение. И все слышащие, взяв каждый по камню, бросают на оскорбителя. Законодатель хочет, чтобы они были не только зрителями, но и исполнителями казни, чтобы каждый, посмотрев на правую руку свою, которой и он бросил камень на голову непочитательного сына, получил от этого достаточное вразумление к исправлению. Впрочем, законодатель внушает нам здесь не только это, но и другое. То, что оскорбляющий родителей оскорбляет не только, но и всех людей. Поэтому приглашает всех к участию в наказании, как будто бы все были оскорблены, и созывает весь народ и весь город, внушая через это, чтобы и те, у которых нет ничего общего с оскорбленными, негодовали на оскорбляющего родителей, так как оскорбление наносится общей природе, и такого человека, как язву какую и общую болезнь, выгоняли бы не только из города, но и из самого света. Подлинно такой человек – общий неприятель и враг всех, и Бога, и природы, и законов, и всеобщей нашей жизни. Потому Бог и повелевает всем участвовать в умерщвлении непочитательного сына, как бы для очищения города. Много да будет вам благ за то, что вы с таким удовольствием приняли наставление о непочтительном сыне и вместо камней забросали его воплями, это зная, что каждый из вас призывает, это знак, что каждый из вас призывает своему отцу великое уважение. Обыкновенно мы хвалим законы, наказывающие преступников,
более всего, когда не сознаем за собой проступков. Все эти, за все за это, возблагодарим человеколюбивого Бога, который печется о нашей жизни и промышляет о родителях, и заботится о детях, и все устраивает для нашего спасения. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.